7月20日と21日の2日間、原発を問う民衆法廷の東京最終法廷が開催されました。今日のコンタクトは、その民衆法廷に参加するために初来日したウクライナのステフォルク・ワレンチンさんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。ワレンチンさんは、現在57歳ということで、30歳の時に、チェルノブイリ原発事故が起きたわけですけれども、その時のまず状況を教えていただけますか。Как вы знаете, авария произошла 26 апреля 01 час 20 минут московского времени. Мы в то время проживали, это Донецкий регион, город Макеевка там рядом. Семья, жена, сын, обычный дом 9-этажный. Это жилье, двухкомнатная квартира мы проживали. Я работал шахта в то время проходчиком. 今場所だけ確認したいと思うんですけど、今お話しいただいたドネツクという場所はチェルノブイリ原子力発電所からだいたい600キロぐらい離れた場所にあって、今この地図で見ると、これは1986年5月10日事故から2週間ぐらい後のセシウム137の蓄積量ですね。ドネツクというのはだいたい平方メートルあたり4万ベクレルぐらいというような濃度で、年間1ミリシーベルトちょっと超えるか超えないかぐらいの場所なのかなというふうに思ってるんですけど、皆さんは何かそういう、自分たちがどのぐらいのところにいるとか、そういうことは知らずに特にこう防護とかしなかったのかどうか、そこら辺もちょっと教えていただけますか。Нет, у нас это никто не делал, об этом никто не говорил, ни препараты йода никто не принимал, и в масках никто не ходил после этого. Просто мы видели Чернобыль, когда уже там начали добровольцы, пожарные, потом водители, милиция оцеплять район. Они уже все были, это понятно, в масках, одноразовые маски, респираторы. И потом уже, когда стали машины, которые въезжают, выезжают, дезактивацию делать, это понятно, что радиация там сумасшедшая. その当時4歳だった息子さんがその後、甲状腺がんを発症したということでお聞きしているんですけれども、いつどういうふうに見つかったのか、そのあたりを教えていただけますか。Да, правильно вы говорите, когда Миша родился в 81 году, и когда авария в Чернобыле случилась, это ему было 5 лет. Рак у него обнаружили в 1994 году. Жена, это было лето, Миша приехал, был на оздоровлении, детей обычно летом на море отправляют на оздоровление, и когда он приехал, жена увидела опухоль, видно, где щитовидка, опухоль увидела. Это ясное дело, это для нее шок был, потому что если опухоль, это уже о чем-то говорит. 見つかった1995年というと、まだ国際的にはその甲状腺がんと被爆の因果関係というのは認められてない時点だったと思うんですけれども、お父さんとお母さんお二人、その息子さんの闘病で大変だったと思うんですけれども、когда мы сделали первую операцию, это областная детская больница, опухоль удалили и сказали, это ничего страшного, это доброкачественная опухоль. А на следующий год же опять опухоль появилась. Жена опять увидела. И когда сделали первую операцию, там небольшой шрам на шее был, маленький. 3 сантиметра рубец. Мы сказали, все хорошо, это доброкачественно. А на следующий год опять появилась операция, и уже разрезали больше. И тогда сказали, что у него рак щитовидной железы. И тогда после этой операции направили в Киев,
институт эндокринологии, где нужно было еще нужно было делать эту операцию, щитовидную железу удалять. И, ну, куда и, ну, моя жена это, и поехала с Мишей в этот институт. И третью операцию делали в Киеве, и там уже врачи выдали ему это удостоверение, ну, что он является инвалид второй группы. Заболевание связано с влиянием аварии на Чернобыльской АЭС. Потому что это уже не первый случай был. 3回目の後、さらに海外のフランスで手術を受けたというふうにも聞いているんですけど、さらに海外でも手術を受ける必要があったんですか？Ну, к сожалению, после третьей операции в Киеве, ну, как сказать правильно, не удалили это все. Ну, это, видно, там что-то, ну, сделали операцию, но когда уже... Это, сейчас я скажу. Ну, потом уже, опять же, там обнаружили опухоль, и нужно было еще делать одну операцию. Ну, неудачно, можно сказать, сделали операцию. Всю опухоль не удалили. Чернобыльский детский фонд Японии, Хирокава-сан, были в Украине, они были у нас. Они общались с Мишей, с нами общались. И потом уже, когда они приехали в Японию, фонд принял решение дать Мише денег на операцию. И мы позвонили в Киев, и они искали врача, где операцию лучше сделать, в Германии или во Франции. その日常生活は遅れたけれども、再び再発してしまったと。После Франции это самое счастливое время для него было и для нас. И мы уже, я работал, и жена работала, и он себя хорошо чувствовал. Хотя там у него Чернобыльская, и через 3 года нужно проходить всех врачей, группу эту, которую они смотрят, и как там, перекомиссия называется. Учил французский язык и литературу, потом, чтобы иметь диплом образования. Потом работал в банке, работал, ну, это работа ему по силам. Ну, ну, физически это не физическая работа. Это потому что щитовидку всю удалили, и нужно было каждый день принимать таблетку тироксин. Каждый день пить таблетку тироксин, потому что это так нужно. В банке работал, работа хорошая была, ему нравилось это по силам. Ну, счастливо жил пока. Он высокий, выше меня был. Здоровый физически, он на перекладине отжимался. Красивый, девчата любили его. К сожалению, когда была последняя перекомиссия, ну, опухоль обнаружили. Сейчас. Последние 3 года это и для нас. Ну, как сказать, ну, не кошмар, но очень плохо было. Жена работать не могла, потому что эти, она постоянно ездила с ним в больницу, Киев, Донецк, и это постоянные стрессы, переживания, это сердце не выдержал. В ноябре
ну, в ноябре этого года будет два года, как ее нет. На Мише как не стало, это, ну вот мы здесь, это в субботу было, 19 июля, ну, он умер, он был сильный. あの本当にね1年前ということで私たちあのチェルノブイリのいろんな情報はあのいろいろ聞いてるんですけれども甲状腺がんは割とこう予後がいいというか治るというふうに聞いていて亡くなってる人もほとんどわずかというふうに聞いてたんですそういうふうにある一定の期間をね置いてから再発されてそういう残念な結果になってしまうことを初めて、まあ、知ったんですけれども今もしこの日本の社会とかあるいは日本の人たちに27年のご自身の経験をもとに何かこう言えることがあるとしたらどういうことを一番伝えたいというふうに思いますか。Мы как-то думали, ну это далеко, Чернобыль от нас, но авария случилась, что уже там приехали ученые, которые этот реактор создавали, думать, решать, как эту аварию предотвращать, ликвидировать. Но мы конкретно нам никто ничего не говорил, как себя вести, насколько это опасно. Ну, мы понимали, что семьи нет, ну, одному тяжело, да. Ну, я просто желаю, чтобы вы быстрее это, победили эту аварию, всем это, всем, чтобы быстрее победили, чтобы Фукусимы больше не было. И чтобы мирно было, это, аварии такие, это очень опасно. И тем более Япония, ну, густо населена и, ну, островная, территории мало. И, ну, такие аварии, ну, как Чернобыль, очень много загрязнено было. Поэтому я желаю только спасателям, инженерам японским удачи, ну, быстрее это все сделать, чтобы там в Фукусиме было безопасно. Я желаю только мира, здоровья и добра всей Японии.